Интересно, есть ли на свете кто-нибудь, кто не видел хоть одной серии сериала «Сумерки»? Наверное, мало таких. Все ждут продолжения. Ну вот настало время снимать новые серии сериала «Сумерки». Где же они будут сниматься? Или Гаити? Гаити, может быть... Лихтенштейн. Или... Остров Мэн. А может... Сьерра-Леоне. Сьерра-Леоне. Где же будет сниматься новые серии сериала... Сумерки. Твайлайт. Вампирская сага. Твайлайт. Сумерки. Хоп. Тебе помогут Багз Банни и Даффи Дак. И звезды космического джема. Ха-ха-ха, конечно же. Ха-ха. Так, морковка есть? Да что, Даффи, у меня баскетбольный мяч у меня в руках. Морковки нет? Тогда сам давай азбуку учим. Ладно. Я без морковки ничего делать не буду. Ладно, Багз Банни. Кем? Герда. О, фанатка Герда наша на Гаити, первый бал. Леопольд. Облако. Облачно. Страшила. Ну почти, вампиры не страшилы. Ну, так, первый балл все равно получает Сьерра-Леоне. Так, пойдем дальше. Эквестрия Герл. Ой, для такого красавчика, конечно же, я даже со своими подружками поговорю. Ну, Белоснежка, куда мы отправим актеров в сумерки? К гномикам. Гномики? Не подойдут. Ну, тогда... Русалочка? Да. Я думаю, там, где очень много воды, очень где моря, например... Гаити. На Гаити можно. Так, Гаити, второй балл. Остров Мэн, первый балл. Да и Сьерра-Леоне много воды, тоже второй балл. Ну вот, видали? Подружки помогли. А-а-а. Теперь я могу идти дальше. Мне тут тренироваться, надо песенки петь. Эбби Хэтчер. Ух ты, мальчик, у тебя тоже очки. Да, Эбби Хэтчер. Я ждала, когда ты азбуку выучишь. Поможешь, мальчик, с азбукой? Конечно, Эбби Хэтчер. Глобус. Есть, горите на глобусе. Есть, третий балл. Луна! Луна. О, это самое лучшее время для нас. Лихтенштейн, первый балл. Остров. Остров Мэн. Второй балл. Самолет. Самолет летит в Сьерра-Леоне. Ага, давай дадим второй балл. Ну, молодец, спасибо, мальчик. Теперь мы спокойненько можем отправляться... Вокруг света. Побывать в Африке. Единственная африканская страна – это Сьерра-Леоне. Да. Третий балл. Все, пока. Мы в Сьерра-Леоне. Бейблейди. О, круто! Сколько нас? Три. Давай, послушаем песню номер три. Пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Нас тоже трое, кстати. Не найду ответа, неприятность эту мы переживем.
между прочим, это мы переживем. Так-с. Ну, какая у меня была кофточка? Желтая. Желтая, поищите. Желтый цитофобик. Так. Лихтенштейн. Корона. Так, второй балл. Буквы. Бухаити. Четвертый балл. Ся-я-я-я. Третий балл. О, круто. Идем дальше. Соня Блейд из Mortal Kombat. Да. Ну ладно. Помогу я вам. Вот так. Гитара. Слышите, музыка играет. На Гаити четвертый балл. Лев. Навряд ли там львы. Остров. Остров Мэн, четвертый балл. След. Ну все, извините, мне пора на битву. Фризблейд. Так, сейчас я кину свой блейд и узнаю, куда же он приземлится. Итак, раз, два, три, кидаю. О, он приземлился там, где живут слоны, тигры и... Лев. Это наверняка Африка, это наверняка Сьерра-Леоне. Да, пятый балл, Сьерра-Леоне. Во, как я быстренько помог, а? Нашел подсказку. Броди Фокс. Ой, ладно, пока моя мама спит, могу я вам тут помочь чем-нибудь? Сон. Слоны, сьерра-леоне, конечно. Шестой балл. Одеяло. Убежал простыня от моей мамы. Лимпопо. Это тоже в Африке, по-моему, было. Газель. И газели пролетели. Ой, ладно. Так. Волк, который приземлился к городкам. Как больно. О, кто же мне поможет? Тебе поможет Молния Маккуин. Качал, конечно же, поможем. Ну, погоди, мой самый любимый мультфильм Советского Союза. Уиджи. Так. Гвидо. Гвидо и Луиджи, это Италия. Где тут Италия? Нету Италии. Нету тут Италии. Обгон. Так, всех обгоняем. Становимся чемпионами. Салли. Блейд. Ну, где эти вампиры? Уходим, убегаем. Где? В лесу? Уйди из леса, пока тебя не вызову Машу. Да нет тут у нас вампиров. Уходи. У нас мирный лес. Ну ладно. А где же эти вампиры? В Трансильвании живут. В Румынии. Но тут Румынии нету. Ладно. Пойдем разберемся. Хельсинг, ты со мной? Да, Блейд, я со мной. Пойдем разбираться с этими вампирами в Трансильвании. Эй, ребята, возвращайтесь. Они пошли за вампирами в Трансильвании. Фу, я испугался. Блейд и Ван Хелсинг, ну это сила. Они отправились в Трансильванию, чтобы убивать вампиров. Вот, а пока вы можете потренироваться, сами поиграть на музыкальных инструментах. Вот, например, ты будешь на скрипке играть. Скрипки играть. А ты на виолончели? Да. Ну, а я буду на гитаре.
круто, давай послушаем, что у вас там получилось. Ух ты, какая классная музыка, нам надо менять заставку, чисто. Все, это будет нам сейчас звучать. Ой, погодите, погодите, вы меня забыли, опять кто будет? Бандиту? Бандиту? Гангстериту? Будут петь в концерте. А, нет, я боюсь бандитов. Убиванто. Ай-яй-яй. Слава богу, вы спасли яхту от бандитов. Но этот Агенон Икс все равно будет жертвовать себя, потому что бандиты и хулиганили его. Ну и куда же ваша яхта поплывет? Мы плывем за актерами «Сумерки» и их отвезти в Вадуз. Вадуз — это столица Лихтенштейна. Третий бал. Я с вами, я с вами. Так. О! Еще одна азбука тебе, Эбби Хэтчер. Ну ладно, теперь придется самой. Леопольд! Так, все дружно живут в Лихтенштейне. Четвертый бал. Сундук! Сокровища? О, нет, это сундуки, где спят вампиры. Сьерра-Леоне, седьмой бал. Ослик! Герда! Ну, это была наша фанатка на Гаити, которая ждет нас там. Пятый бал Гаити. О-хо! Мы же супермены! Ой, папа, самый сильный, самый смелый и самый отважный мега-супермен вселенной. Папа, помоги, пожалуйста, Бейблейдам найти подсказку. Цвет в флагах. А, как белая ромашка. Ну, посмотрим. Остров Мэн. Пятый бал. Сьерра-Леоне. Восьмой бал. Ого, ну что? Помчались! Йоу! Так. Идем дальше. Что у нас тут? О, у меня переменка. Пока я отдыхаю перед следующей битвой. Кто там смеется? Mortal Kombat! Ужас! Квейк лучше! Что? Какой еще Квейк? Нет, я думаю, что лучше все-таки карточные игры. О, карты, да, мне тоже нравятся. Понял, заяц? Карточные игры. Бестиас Атаманчи. Да. Карты гадают, что вам надо в Лихтенштейн отправиться. Пятый бал, Лихтенштейн. А я, извините, мне опять срочно вызывают на бой. Так. Слушай песенки, Freeze Blade. Так, посмотрим. Сколько букв в слове Freeze? Это слово, когда полицейские говорят Freeze. Да, стоять. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Шестая песенка. Ну и куда ты нас прокатишь, капитан? В Лихтенштейн, там и в Рунгель вас хотят отвезти. Шестой бал.
Хо-хо! Круто! Вот тебе латышская азбука, броди! Давай! Кузнечик! Солнце! Подсолнух! Солнечная! Сьерра-Леон! 8-й балл! Мама! Божья коровка! Мак! Малыш! Кас мама и мастос? Так, идем дальше. Х, буква Х не работает. Лапса. Лиса. Лентуса. Зонтик. Лентус. Дождь. Лапса мукнула лентус. Лихтенштейн. Нету дождя, значит. Она туда убегает. Лихтенштейн. 6-й балл. Там. Кто тут разорался? Кто меня разбудил? Дедушка Мороз, мне больно. Не виноватый я. Так, волк, подарков хочешь? Хочу, но этот заяц смеялся над игрой Mortal Kombat. Потому что Mortal Kombat худше, Quake лучше. Да. Короче, вам с зайцем вместе надо научиться две... Новогодние песенки. Это Новый год и... Веселое Рождество. И только тогда вы получите подарки. Ну, я уже был Снегурочкой. А сейчас будешь Дедом Морозом. А зайчик Снегурочкой. Ну, ладно. Ай. Ну, заяц. Погоди. Из-за тебя тут все. Репетировать надо. Так. Слушайте песенки, дорогой Ван Хельсинг. Да. Ну, давай послушаем. Песенки. Сколько у меня тут букв? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай. 10-я песня. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, а в любые сороки. Лихтенштейн! Так, где вампиры? Лихтенштейн все сказал. Ну все, вампиры, вам конец. Убегаем. Ха-ха, поехали, Ван Хельсинг. Лихтенштейн. Разберемся с этими. Вылезайте, вампиры. Все в порядке. Тут спокуха. Они просто отправлялись в Лихтенштейн, да, за еще вампирами, которые находятся на замке кота в сапогах. Ого. Да. Кошара мурлыкал вадус. Ну, Лихтенштейн, это 7-й балл. Конечно же. Ха-ха. Ой. Так. Где же мой лимузин? Мне на концерт надо ехать, а лимузина нету. Я ремонтирую тебе красный лимузин. Пока ты ждешь машину, когда ремонтироваться будет. Ну, посмотрим. Красная машина, красный цвет. Но, к сожалению, всех красные цвета флага. Вот, все красные. А, ну тогда я знаю, кто вам поможет. Главный эксперт. Обратитесь к главному эксперту. Он наверняка знает все. Он наверняка очень умный. Так. Чего? Я не знайка. Как ты можешь быть экспертом, если ничего ты не знаешь? Страны я знаю, но столиц, горы, флагах не знаю. Ладно, давай показывай, куда нам отправляться. В Лихтенштейн.
город Вадуз. Лихтенштейн, Пенхол, Дишлибе, Хайматланд, Штюре, Ватерланд. Эл, я этот гимн где-то уже слышал. Да. Ладно. Актеры сериала «Сумерки» будут отправляться в Лихтенштейн, в городе Вадуз.